20 самых дорогих вещей, купленных Cardi B для своей дочери. Сегодня Cardi B не только известная на весь мир рэперша, но и мультимиллионерша. Она не жалеет денег на свой роскошный гардероб, парики и маникюр. Больше денег она готова тратить только на свою годовалую дочь Калче. В этом видео мы расскажем вам о самых дорогих вещах, на которые не поскупилась прославленная мама. Многие знаменитости выкладывают в сеть видео своих танцующих детей. Но только у Cardi B ее малышка пританцовывает под песни своих родителей с дорогой цепью в 100 карат на шее. Рэперша не комментировала стоимость такого украшения, но, зная среднюю стоимость одного карата, поклонники оценили цепь Калче в 300 тысяч долларов. Судя по многочисленным видео из Инстаграма, у малышки такой же характер, как и у ее мамы. И это объясняет ее любовь к аксессуарам. Калче уже не против носить милые шапочки от брендов, красиво укладывать волосы и надевать дорогие украшения. Чего только стоит ее именной браслет. Сообщается, что он выполнен из 140 бриллиантов и стоит около 6 тысяч долларов. Калче еще не может прочитать имени на нем, но уже учится демонстрировать свои дорогие аксессуары. Мы уже отмечали, что в выборе одежды Калче проявляет отменный вкус. То есть Карди прививает его. Малышка всегда одета роскошно, о чем часто напоминают ее сияющие кроссовки, украшенные камнями Сваровски. Cardi B лично заказала кастомизировать кроссовки Nike бриллиантами для себя и своей дочери. И так как это персональный заказ, сложно выяснить примерную стоимость такой обуви, учитывая затраты на каждый камень и работу дизайнеров. Сразу после рождения Калче Cardi получила в подарок уникальную коляску от дизайнера Джереми Скотта. Она сделана в розовом цвете и украшена крыльями из чистого золота. Если вы захотите приобрести обычную коляску черного цвета от прославленного американского дизайнера, вам придется выложить не менее 1700 долларов. Частный самолет был приобретен Карди сразу после рождения дочери. По словам ее мужа Офсета, рэперша отказывалась летать с Калче в обычных самолетах, а оставлять дочь дома для новоиспеченной матери было невозможно. Все мы догадываемся, сколько может стоить частный самолет. Но звездам приходится тратить деньги и на его обслуживание при перелетах. Цена, которую им приходится выкладывать за час своего полета, варьируется от 3 до 13 тысяч долларов. Ни для кого не секрет, что Offset любит тратить большие деньги на свою жену. И время от времени он закупается одеждой от брендов для своей дочери. Cardi выкладывала в свой Instagram видео подарков Offset для Калче. Среди них было худи от Versace за 400 долларов, кофта Gucci с цветочным принтом за 820 долларов и платье от этого же бренда за 300 долларов. Калче еще слишком маленькая, чтобы садиться за руль, но для ее родителей это не значит, что у нее не может быть своего автомобиля. У Калче уже есть детское авто Rolls-Royce с именными номерами за 300 долларов, которое ей подарила сестра Карди Хеннесси Каролина. Несмотря на то, что родители Калче могут позволить себе все, что угодно, малышка по-прежнему играет с самыми обычными предметами быта. Например, с ложками или зубными щетками. Только ее выбор простых игрушек часто не гармонирует с выбором роскошной одежды от ее мамы. Здесь Калче играет щетками в дорогом костюме и сумочкой от Chanel, которая стоит около 4000 долларов. В начале карьеры Карди помогала дизайнер Дженнифер Ли, привившая той любовь к ярким меховым шубкам. Став матерью, Карди решила передать своей дочери эту любовь и стала заказывать у Дженнифер меховые курточки для Калче. Несмотря на размер, стоят они все так же дорого – от 1500 долларов за штуку. Карди решила основательно подготовиться. И до получения многочисленных подарков в честь рождения дочери она приобрела кучу дорогих детских принадлежностей. До презента от Джереми Скотта рэперша купила две коляски стоимостью больше 1000 долларов, одна из которых была от Фенди. От Versace Карди купила сумку для предметов первой необходимости и платьице за 450 долларов. Также рэперша смутно представляла, как ее ребенок будет играть с обычными игрушками, поэтому купила особенного плюшевого медведя от Givenchy. Может показаться, что комната Калче ломится от количества дорогущих вещей и предметов. Но это еще не все. Посмотрите на кроватку малышки. Она точно сделана для принцесс. Ее в честь рождения Калче подарила одна из близких подруг Карди. И по задумке кроватка должна была быть красной. Но Offset настоял на белом цвете, который бы лучше вписывался в интерьер комнаты и был приятнее для восприятия малышки.
При перелетах в салоне самолета холодно бывает и взрослому человеку, что уж говорить о маленьких пассажирах. Карди позаботилась и об этом и купила для своей малышки комбинезон с принтом Versace, который стоит около 900 долларов. Калчи выглядит стильно и роскошно с головы до пят. Ее родители стремятся одевать своего ребенка не только в роскошную, но и практичную одежду. Эти кожаные кроссовки от Gucci – идеальный выбор, так как, по заявлению бренда, они не испортятся ни от прямых солнечных лучей, ни от дождя, ни от жары. На такое не жалко потратить 250 долларов. Карди любит наряжать свою дочь на разные семейные мероприятия. На наряды она готова тратить $1000. Но и в обычные дни Калчи одевают по высшему разряду. На этом видео на малышке юбка и футболка от Gucci, общая цена за которые достигает $800. Карди известна своими нарядами для выхода в свет. Она блистает на ковровых дорожках, премиях и выступлениях. Но дома она, как и все мы, предпочитает комфорт. Поэтому не так давно она купила одинаковые пушистые тапочки для себя и своей дочери. Детские домашние тапочки от Gucci стоят $65, а взрослые для Карди вышли в $100. Наверное, это самое дешевое, что есть в их доме. Празднуя Пасху в этом году, Калчи одели в милое платьице с цветочным принтом. Это был подарок от ее дяди, рэпера Куэйво. Но презентом стало не одно платье, а целый набор от Dolce & Gabbana, который стоил около $1700. Дочь Бейонсе и Джей-Зи, Блу Айви, не единственный ребенок в Голливуде, одевающийся по канонам недели моды. Когда Калчи было всего несколько месяцев, модные дома отправляли ей свои подарки. Например, французский бренд Бонпуан, специализирующийся на детской одежде, отправил малышке комбинезоны, стоящие от 100 до 1000 долларов. Карди не раз говорила, что бренды прислали ей столько подарков для дочери, что ей даже не придется тратиться на одежду и игрушки. Мы уже упоминали повседневный костюм из футболки и юбки от Gucci за $800. Но Карди и Offset настолько любят этот бренд, что невозможно не рассказать о еще одном любимом платье Калчи от Gucci за всего лишь $250. Посмотрите, как мило в нем выглядит малышка, сидящая в своем именном режиссерском кресле. Всем известно, что никто не устраивает более пышные вечеринки, чем семейство Кардашьян. Возможно, вдохновившись их примером, Карди и Offset решили отпраздновать первый день рождения своей дочери, потратив на вечеринку $400 000. За эти деньги им удалось раскрасить весь дом цветами радуги, заказать торты, пирожные и печенье для гостей, а Карди и Калчи одеться в одном стиле. Это были все дорогие вещи Калчи, о которых мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть больше подобных видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик.